9 января сеанс одновременной игры по русским шашкам с севастопольцами провел международный гроссмейстер, гость из Евпатории Сергей Белашеев. С ним сразились как опытные шашисты Григорий Бакши, Лев Мильштейн, Николай Саватеев, так и юные интеллектуалы. Я уже сыграл в чемпионате Севастополя, который проходил недавно. Также я хочу в этом году опять поучаствовать в Кубке Крыма, опять надеюсь его выиграть. Ну, то есть там 4 этапа, каждый сезон новый этап. И в прошлом году я его выиграл, и в этом тоже планирую. Победу севастопольцы не одержали, однако в ничью удалось сыграть четверым – Владимиру Именчуку, Владимиру Павлову, Валентину Угрюмову, а также Тамаре Югай. Свои силы за шашечным столом пробовал и наш спортивный комментатор Владимир Милянский, но уступил. Сейчас Севастополь и на чемпионатах Крыма стал неплохо выступать, попадают в призовые места. Илья Дудин – чемпион Крыма среди юношей. То есть сейчас со мной играл неплохую партию, там в конце чуть-чуть ошибся, даже получше чуть-чуть позицию имел. Так что будем надеяться, что действительно в Крыму и в Севастополе шашки, в, можно сказать, небольшой период будут себя показывать. Сергей Белашеев рассказал, как правило, завершить игру ему удается в среднем за 15-20 минут. Сеанс же с севастопольскими шашистами длился более часа. По окончании встречи гроссмейстер поздравил севастопольцев с новогодними праздниками и вручил участникам подарки. Кроме того, пообещал, такие встречи станут традиционными. Анна Брачева, Владимир Милянский, Карина Сыч. Информационный канал Севастополя.